Thank you guys for your likes. Thank you so much. Ça va, ça va. Нет, айваска — это не психоделическая тема. Это психоделики — это другое, это не наркотик. Аризона, привет. Книга, книга. Я что, не сказала? Я же сказала про книгу. Или у вас... Или я вышла из эфира, и про книгу вы так и не услышали. Сейчас люди подсоберутся, я скажу. А, я же назвала книгу, потом вышла. Значит, получается, что вы не дослышали эти... с 1 сентября вас тоже. Там DMT растительного происхождения. Что такое DMT? Это химический элемент, который вырабатывается в нашем мозгу, когда мы умираем и когда мы рождаемся. Он освобождает нас от, скажем так, вот этой физической оболочки. И когда мы рождаемся, наоборот, из этой, скажем так, из субстанции духовной, нас физическую оболочку как бы, помогает войти в нее и жить в физическом теле. Поэтому, когда... you know English only. All right. So let's speak in English. Поэтому, когда мы... это растительное, это не синтетический, и это... ладно, ладно. И когда вы это айваску делаете, то что и происходит, что вы можете покинуть свое тело спокойно. Грибы растительные — это галлюциногены, они не дают знаний. И от грибов, когда их съедаешь, как от травы, которая тоже растительная считается, да, трава, марихуана, от нее понижается серотонин. Серотонин в мозгах понижается. Вот. А от айваски он не понижается. От айваски он повышается. Вот. И DMT запрещен, химического вещества DMT, потому что это, ну, это считается как уже синтезированный химический. Вот. А в природе, допустим, он не встречается так, он только встречается в совокупности. Изучали все? Молодцы. В совокупности с вот этими двумя растениями, стебли и листья. Потому что это по преданию это вот инь и янь. Это две энергии. Да, это очень серьезная практика. Но она делается только с шаманами, она делается только с проводниками. Вот. В любом случае, я могу сказать, что про книгу я спать, да. Книга, короче говоря, если вы хотите изменить свою жизнь раз и навсегда, то вы должны прочитать книгу. Я не испугалась, потому что я чувствую, что мне это нужно. А сейчас подсоберемся. А тошнота, если есть, то это всего-навсего два позыва максимум, возможность тошнить. И то, если у вас есть что вычищать из организма. То есть, как бы выходит все ненужное. Он собирает, абсорбирует и выбрасывает все, как бы, ненужное из вашего организма. Вместе с плохой отрицательной энергией, вместе с, скажем так, как же правильно сказать-то, некими лярвами. Геометрические фигуры не видела, но если, допустим, брать картинку, да, которая может прийти,
типа, как вы говорите, геометрической фигуры. Есть там два варианта. Есть вариант, когда вы начинаете входить вот в медитацию, вы видите узоры. Эти узоры, это, если вы их видите, вам, значит, это очень повезло, это храм. Храм, куда вы попадаете, и этот храм, спасибо, Аристан, спасибо за подарки. Этот храм, Маленочка, спасибо тоже, дорогая. Всем спасибо за подарки. Этот храм, он, значит, вас пускает вот в этот вот, вы должны подключиться к информационному центру. Когда этот Стинг, привет, Стинг, рассказывал про свой опыт айваска, я поражена была. Да, я видела храм с первого раза сразу. Я была поражена тем, что все люди говорят одно и то же. А именно о том, что подключаешься к информационному центру, именно вселенскому разуму. Этот вселенский разум невозможно перепутать ни с чем. Понимаете? То есть это не то, что там ты сожрал грибы, тебя там глюкануло на какую-то фигню. Нет, это каждый, кто делает айваску, он понимает, что он был, то есть, в этой связи с этим вселенским разумом. Я ни разу не слышала в своей жизни, что кто-то съел грибы и сказал, что он там к вселенскому разуму подключился. Это невозможно. Потому что это духовная практика, ее не делают просто так. Перед ней нужно поститься, перед ней нужно обязательно продержать пост. Это очень серьезная история. Короче, книга. Итак, первый ваш шаг. Подождите про айваску попозже. Сначала вы должны прочитать эту книгу. Если вы хотите стать, кто-то записал, хочу стать такой, как ты. Берете книгу, прямо сейчас скачиваете или покупаете. Называется она «Живая кухня» от Вадима Зеланда. Читаете эту книгу, с первых строк будет все понятно. И начинаете питаться живой пищей 3 месяца. И через 3 месяца вы станете такая же, как я, такими же, как я. Что это произойдет в вашей жизни? Изменится ваше сознание, изменится ваше тело, изменится ваш разум, изменятся люди вокруг вас, изменитесь вы сами, изменится поле энергетическое ваше, изменится ваша энергия. Вот. И книга называется «Живая кухня», Вадим Зеланд. Скольки лет читать эту книгу? С любого возраста, пока умеете читать уже. Вы плохо относитесь к айваске, наверное, потому что вы даже не знаете, что это такое. Ладно, я пошла спать. Спасибо, что снова пришли. Время у нас уже 2:30 ночи. Подсознание, может, я, по-моему, слышала. Он знает. Но я думаю, что у вас был плохой опыт. Знаете, почему такой вывод? Потому что если бы у вас был опыт айваска с хорошим шаманом-учителем, вы бы никогда так не сказали. Никогда. Потому что люди, у людей просто жизнь меняется на 360. Или на сколько? На 180. Меняется жизнь очень сильно. Меняется жизнь. Люди перестают пить. Люди перестают курить. Люди перестают тратить свою жизнь впустую. Люди перестают опускать себя на низменные вибрации. Очень много чего происходит. Валентине Маловой передаю привет. Да, а шаманы бывают разные. И знаете, что слышала, что происходит? Я слышала, что происходит, так это сейчас, так как стала эта тема очень актуальна, очень многие люди стали интересоваться, ездить. И люди просто-напросто
которые вообще к шаманизму не имеют никакого отношения, к знаниям к этим никакого отношения не имеют, они просто начинают предлагать под видом айваски какие-то там психоделические всякие напитки, вот и все. Ну, не знаю. Какие там шаманы не всем рекомендуют айваску. Это невозможно. Это вообще невозможно. Ее никто никому не рекомендует. Либо у вас есть желание вот это вот, либо его нет. Либо вас это приведет, либо вас не приведет. Никто никому-то, я тебе рекомендую, тебе не рекомендую, это полный бред вообще. Ну вот, Малин, видишь, я даже не знала, что ты практику проходила шаманом. Какая ты молодец. Да, окружение тоже меняется, это правда. English, please. We were talking about ayahuasca. Ayahuasca. Have you ever heard about it? That's. I would say a spiritual session where you will be able to jump out of your body and, you know, look at this life from a different angle, and it's not a drug, it's a medicine. You can cure and heal a lot of things, a lot of diseases, even a heroin addiction from first time, and then you can also cure asthma, schizophrenia, and many, many different things that today they are not able to cure. So, and it's an amazing spiritual lesson, I would say, that could change your life. Привет, привет всем. Что поменялось у меня в жизни? Очень много чего поменялось. У меня даже вибрации поменялись. Когда я поеду на айваску, поеду в январе. У меня поменялись вибрации. У меня поменялись взгляды. У меня... Я вообще перестала пить алкоголь. Я вообще перестала курить кальян даже. То есть я стала жить в осознанности, в полной удовлетворенности, в тотальном принятии. Я перестала вообще дергаться даже при, допустим, на самолете летишь, я часто летаю. И вот я даже, вот у меня даже страха нет. Страхи все ушли. А них так не было, но вот даже вот такого. Мы сейчас летели с Америки, мантия лежит вот такая напряженная.
А я лежу, меня как у люльки так трясет, так классно, я лежу в самолет, все пристегните ремни, я лежу, мне так чу-чу-чу. Ну, это классно. То есть вообще другое, это невозможно писать словами, ребят, ну невозможно. Все, что там видишь, невозможно даже сказать, слов таких нет. Иногда есть такие знания, которые очень сложно унести, и которые даже лучше не открывать для себя. Потому что не сможешь функционировать с ними в этой жизни. Вот. Не могу описать. Это неописуемо. Это неописуемо, потому что ты лежишь с закрытыми глазами, допустим, а у тебя идет свет, то есть у тебя открывается внутренний взор. Допустим, мы можем видеть глазами, да, вот сейчас будет темнота. И в темноте кто-нибудь вам возьмет фонариком, посветит в глаза, да? Вы через века увидите этот свет, правильно? То есть вы поймете, что кто-то вам светит в глаза этим фонариком. То здесь свет, вот темная комната, ты лежишь, закрытые глаза, а свет тебе светит из затылка. Вот так вот из затылка, и ты его видишь внутренним взором. Потому что в глаза тебе ничто не светит. Но свет такой, что его невозможно даже... Ну, вот эта энергия, это сгусток энергии. И он идет вот так оттуда, вот сюда, и идет в твой взор. Вот так вот. То есть, как бы... Я просто не буду говорить, что это за свет был. Но это невозможно описать. И в этом свете есть знания. И там есть информация. Вот как я могу вам описать? Вы все равно ничего не поймете. Нет, моя Мадонна не проходила. Ты потом мне расскажешь, что это такое. Крыша может улететь, если вы не... если вы принимаете психотропные какие-то или антидепрессанты, или какие-то таблетки и так далее. Если вы употребляли наркотики перед этим. Если вы не держали диету, то может быть... Да, можно подцепить шизофрению. Ладно, пойду спать, короче говоря. Я вас люблю. Очень. Очень. Страшно, я не сказала, что это не страшно. Это правда страшно. Но если вы будете... Но если вы будете все придерживаться всем... Если вы будете выбирать правильных людей, не будете ездить просто куда-то, чтобы где-то кто-то там делает с непонятными людьми. Я вот два могу посоветовать места. Одно место в Перу, где 9 шаманов делают в одно время церемонии. 9 шаманов. 9. Это нереально. Я сама еще не пробовала. У меня подушка съездила, она просто вот не пьет, не курит, ничего не употребляет. Хотя она баловалась там тем-всем, знаете. Все. Человек вообще новый пришел. Она говорит: Вика, я столько для себя открыла, столько в жизни для себя я открывала за эти 5 дней.